Финансирование мероприятий по борьбе с пандемией коронавируса в будущем году предусмотрено выделить из государственного бюджета 350 миллионов манатов. Данное решение нашло отражение в презентации проектов государственного и сводного бюджетов Азербайджанской Республики на новый 2022 год. Министерство финансов Азербайджана в прошлом году израсходовало на борьбу с опасным вирусом свыше 384 миллионов манатов, говорится в законопроекте об исполнении государственного бюджета Азербайджана на 2020 год. С самого начала эпидемии страна приобрела необходимое медицинское оборудование, были построены новые лаборатории, модульные больницы. Кроме того, повышена заработная плата медицинских работников, которые, рискуя здоровьем, ведут ежедневную борьбу за жизни пациентов. Думаю, что определенная и серьезная работа со стороны азербайджанского государства в этом направлении проделана. Но сейчас надо закрепить эти успехи и добиться того, чтобы за короткое время покончить с этим большой проблемой в Азербайджане. С этой проблемой борется весь мир. И достижения Азербайджана высоко ценятся международными организациями. Считаю, что Азербайджан приобрел необходимый опыт в этом направлении.